Здравствуйте, меня зовут Софья. Сейчас я расскажу вам прогноз погоды на 28 ноября. В столице края ночью минус 27, днем минус 29. В Белокурихе ночью минус 18, днем минус 23. В Горном Алтайске ночная температура минус 17, дневная минус 24. Теперь ознакомимся с погодой в нашем городе. В Бийске переменная облачность, возможен снег. Ночью минус 19, минус 21. Днем минус 25, минус 27. Знакомьтесь, полусиамский кот с голубыми глазками по кличке Персик находится на передержке Общества защиты животных «Преданность». Ему 4 месяца, спокойно, кушает натуральную пищу, приучен к лотку, ждет добрых и ответственных хозяев. Звоните по телефону 8 903 912 27 75.